Прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Марья! Марья! А кто привез это письмо? А не знаю я. Бородой. Координатор он. В город ехал, говорит. Ладно, ступайте. Хотя нет. Подождите, я сейчас письмо напишу главврачу. Вы его передайте и ответ непременно мне верните. Сейчас же, хорошо? Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получила письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас доктор Бумгарт. Чем он заболел? Тифом? Воспалением легких? Нет, ни тем, ни другим. Тогда бы он написал просто: я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, какое-то фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилисом? Да, несомненно, несомненно. Он в ужасе, он скрывает, он боится. Я не видела Сережку Полякова 2 года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком. Да, значит, стряслась какая-то беда. Екатерина Сергеевна! Екатерина Сергеевна!
как же? Вот же письмо же было! Как же? Так, ступайте к врачу, разбудите его. Скажите, я его срочно вызываю в приемный покой. Ступайте, немедленно поторопитесь. Ваш Поляков? Ничего не пойму. Очевидно, он... Поляков! Поляков! Да, камфору! Такой ужас, доктор! Я как дрожала всю дорогу, лишь бы донести. Но когда? Сегодня утром на рассвете. Сторож прибежал. Сказал у доктора, выстрел в квартире. Бросьте-ка. Молчите. Сердечная сумка, надо полагать, задета. Револьвер? Броми. Доктор. Волк. Я здесь. Здесь. В тетрадь. Ничем не тронут мои раны.
Есть у вас, доктор. Мы вас так заждались. Спасибо. А вам после университета, после столицы, весьма-весьма придется у нас привыкать. Такая глушь! Ну, желаю вам привыкнуть у нас. Вокруг меня была январская тьма. Дом наш заметала снегом. Это странно, но все 24 года своей жизни я прожил в большом городе и думал, что к югу воет только в романах. Оказалось, нет. Она воет на самом деле. А вечера здесь необыкновенно долгие. Я сижу за столом, только лампа горит. А я мечтаю. Мечтаю о том, чтобы уехать в город. И там было электричество. Там было 4 врача. Можно было с кем-нибудь посоветоваться. Но, по крайней мере, не так страшно. Но потом я понимал, что так думать это кощунственно. Ведь именно затем я учился на медицинском факультете. А здесь у нас было всего 3. Это я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка, и еще одна фельдшер. Как странно, что голос ясный, громадный, да такой темный душой. Недостойно, недостойно, доктор Поляков. И по-гимназически глупо обрушивается с площадной бранью на женщину. Всего лишь за то, что она ушла. Ушла. Вот, собственно, и все. Вот горная певица сошлась с молодым врачом и ушла. Все вьюги да вьюги заносит меня. И целыми вечерами я один.
один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей, но работаю механически. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина, сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели. Приятель его, Федор Косой из Дульцева, но на прием.
заложило, ну, не продохнуть. Еще как будто голову царапает. Ларингит? Совершенно верно. Ну, говорит Японтий, дам я тебе такое средство, через 2 дня будешь нездоров. Вот тебе французские гатишники. Налепи один сзади на спину между крыл, а другой спереди. И через 10 минут сними. Кто взял гатишники и уехал. А через 2 дня появляется на приеме. Что-то, говорит Липонтий Липонтьевич, ваши гатишники не помогают ничего. Врешь, говорит Липонтий, как это французские гатишники могут не помочь. Ты их, наверное, не ставил. Ну как же, говорит он. Ставил, так и сейчас стоят. И при этом поворачивается к нему спиной, а у него на тулупе горчичник заклеен. Представляете? На тулупе. Я с детства отличался огромной силой воли. Thank you.
по-твоему, что? Морщины, что ли? Так приготовить или нет? Анна Кирилловна! Анна Кирилловна! Выдайте мне ключи от аптеки! Нет. Товарищ, я вам как врач говорю, выдайте мне ключи от аптеки! Сергей Васильевич, зачем вы так? Сергей Васильевич, я же жалею. Ну так приготовить или нет? Но и там мне пришлось
пережить несколько неприятных минут. Нет у нас такого количества. Граммов 10, да? Thank you.
Что же вы теперь намерены делать? Ничего. Я решил, что я вернусь к себе в Луж. Тем более, что отпуск в мою жизнь стоит. Я могу лечиться там, я хорошо себя чувствую. Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, правда, смешно, что вы мне это говорите. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Не могу я, доктор! Поймите, что я не могу так сразу! Тем более все эти события на улице. Я совершенно измучила стрельба. Кончилось? Все, ложитесь снова. Не могу я. Ну, придумали мозги. Вытянули его из маковых головок. Ну, так придумайте средства, чтобы лечить без мучений. Я не тюремный надзиратель. И у меня здесь не бутырки. Еще 2 недели назад вы выхватывали, что абсолютно здоровы. А теперь я вас не держу. Профессор, верните мне мою расписку. Пожалуйста. Я очень прошу. Неужели это не имеет значения?
прозрачный. На поезд похож. Смотрит свое лицо. Уже Сережа уезжает сюда. Уезжай, прошу тебя, а уезжай. Уезжай, заклинаю тебя, уезжай, ты погибай. Нет, это слишком. Сам не понимаю, почему я так быстро ослаб. Я ведь не полный год как болен. Видимо, у меня просто такая конституция. Как же может вернуться так к жизни? Может, это твоя Мэрис жена? Нет, я забыл ее. Забыл. И спасибо за это Морфи. Теперь Морфи вместо нее. Боже мой, что же мне делать? Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, то навсегда соединю свою судьбу с ней. Господи,
Вот-вот я уже получил. Лежу дома. В больницу не хожу. Господи, люди! Да поможет мне хоть кто-нибудь! Себя и Анну. Но время лечит. Что еще мне остается? Письмо доктору Бомбе. Прости меня. Нужны ли? По-моему, нужны.